Всем привет, дорогие друзья, это XBT.com, передача XBT Live. Мы сейчас находимся на IFA 2019 в Берлине. И мы только что послушали первую презентацию, компании Acer. Нам показали новые ультрабуки, новые игровые ноутбуки и новое игровое железо. Поехали, посмотрим повнимательнее. Поехали. Начнем с самого неинтересного, это хромбуки. Их практически у нас, конечно, не будет. Хромбук будет 311, 314, 315. И, соответственно, они в основном отличаются размерами и временем работы от батареи. Пожалуй, самый интересный вариант хромбука – это Spin 311, который можно раскладывать вот в такой вот планшетник. Ну и, понятно, на нем можно рисовать стилусом. Также компания Acer представила такое вот обновление линейки Concept D. Это Concept D 9 Pro, предназначенный для творцов. У них даже такой лозунг: «Давайте творцы будут творить». Как видите, они вот таким вот странным образом укрепили экран, но это уже у Acer было раньше. Самое главное здесь – это Ultra HD 4K экран и очень тихий вентилятор, ну и, соответственно, Core i7 девятого поколения у нас здесь. И RTX 5000, это тоже важно. Еще одна штука, это у нас Concept 9 Pro. Здесь уже более так традиционно крепится экран. Тоже здесь Quadro RTX 5000 и Ultra HD 4K дисплей. 100% охвата RGB. Ну и, соответственно, вот у нас Concept D5. В этом году его просто рефрешнули. Был RTX 1660. Если я не ошибаюсь, стал 2060. В основном все то же самое. Ноутбук для креаторов. И вообще он мне очень нравится. На мой взгляд, самая главная новинка вот это IFA 2019 от компании Acer, это, конечно, Swift 5. Swift – это ультрамобильные ноутбуки компании Acer, и обновили не топовую модель, а только среднюю. Но что здесь самое главное? Во-первых, вес. Всего 990 грамм. То есть действительно очень легкий ноутбук. 12,5 часов – это время автономной работы. И здесь 10-е поколение интеловского процессора. То есть здесь Intel Core i7 10-го поколения. Как я уже вроде говорил, работает 12,5 часов. Здесь Full HD экран, максимальное разрешение 1080p. Ну как максимальное, всегда здесь такое разрешение. Ну и, пожалуй, из остального никаких других особенностей у этого ноутбука нет, кроме того, что он легкий, быстрый и производительный. А что еще нужно? И еще из интересных устройств это C250i, вот такой вот портативный проектор, у которого из интересности то, что он умеет автоматически поворачиваться между портретным и ландшафтным режимом, то есть это регулировать не нужно, как поставили, так и покажут. Вот такие вот новинки показала компания Acer на IFA 2019. Я надеюсь, что мы их все потестируем в ближайшее время. Особенно, конечно же, новый Swift 5. Ну и Concept D тоже интересно. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Это XBT.com и передача XBT Live напрямую из Берлина с IFA 2019. Пока!